Добрый день. Часто в моих личных сообщениях спрашивают, как правильно пользоваться Артемией, как выкармливать малька. Ну, мы сегодня покажем, как надо поставить Артемию. Берем банку, в банку кидаем 3 ложки соли поваренной, обыкновенной каменной. Также ложим 3 ложки Артемии и заливаем 3 литрами воды. Одним словом, получается, на 1 литр воды ложка соли, ложка Артемии. Все это мы потом ставим под воздух, чтобы хорошая была аэрация. И она стоит, допустим, моя Артемия проклевывается через 1,5 суток. Через 1,5 суток мы начинаем кормить рыбу. Сейчас мы покажем, как надо взять банку, поставить ее, чтобы она отстоялась, вся эта Артемия. И тогда получится, что яйца, не проклюнувшие, садятся на низ. Шелуха, которая с шкарлупки, поднимается вверх. А между шелухой этой розовая прослойка, такая живая Артемия получается. Вот вы сейчас видите. Сейчас ближе подтянем немножко, и видно, как вон она, живая розовая Артемия. Это проклюнувшая чистая Артемия. Вот она, видно. Теперь мы берем шлангочку и шлангочкой сливаем эту чистую Артемию. Вот, сливаем ее в баночку. Вот так вот. Потом берем газовый платочек, кусочек от газового платочка. Он как раз держит Артемию, вода проходит через него, и процеживаем. Вот берем, процеживаем. Не всю, а порциями, сколько надо там. Вот Артемия вся остается на платочке. Вся живая, да. И берем платочек и кормим малышей. Можно Артемию опреснять. Брать в обыкновенную воду. Высыпать ее, чтобы она немножко постояла, чтобы она постояла, она тогда раза два сделать, она опресняется, будет пресно. Вот вы видите, как Артемия в аквариуме. Ну все, Артемию можно приобрести в зоомагазинах, на базарах. Подписывайтесь на наш канал. Всего доброго. До свидания.